Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. Вот и подходит к концу последний осенний месяц, ноябрь. И дней через 10 уже начнется зима. Совсем скоро можно будет кататься на лыжах и коньках, играть в снежки, строить снежные крепости. В каком все-таки прекрасном мире мы с вами живем? За осенью приходит зима, а за зимой весна и лето. Днем светит солнце, а ночью зажигаются луна и звезды. Удивителен наш мир. Но кроме этого видимого мира, существует еще мир невидимый. И хотя нам не дано его увидеть, все же давайте попробуем заглянуть туда, ну хоть краешком глаза. Невидимый мир населен разумными духовными существами, называют их ангелами. В переводе с греческого ангел означает вестник. Бог создал ангелов еще задолго до того, как создал человека. А после того, как на земле появились люди, добрые ангелы стали нашими хранителями и помощниками. Вы все, конечно, знаете, что каждому православному христианину при крещении дается свой ангел-хранитель. Это наш друг и первый помощник во всех делах. Святой ангел защищает нас от разных опасностей, предостерегает от совершения плохих поступков. Вот мы живем себе, утром просыпаемся, потом занимаемся нашими важными дневными делами, вечером ложимся спать и даже не представляем, от скольких бед и напастей уберегает нас ангел-хранитель. И так день за днем. День за днем всю нашу жизнь. Как же мы должны быть ему благодарны за это? А знаете ли вы, что завтра у всех ангелов праздник? Дело в том, что завтра, 21 ноября, наша церковь празднует собор архистратига Михаила и всех небесных сил бесплотных, то есть всех святых ангелов. Но архангела Михаила почитают особо, ведь он старший воин, воевода, именно так переводится слово архистратиг. В подчинении у него все небесное воинство. На иконах архистратига Михаила изображают в образе прекрасного юноши, облаченного в доспехи. За спиной у него большие крылья, в руках он держит огненный меч или копье. Но вот почему же наших добрых ангелов, наших помощников, называют воинством? С кем они воюют? Сейчас вы об этом услышите. Я вам уже сказал, что Господь создал ангелов еще до сотворения человека. Был среди этого множество прекрасных и светлых духов дивный ангел по имени Деница. Само имя его означало «светоносный». И вот однажды он вдруг подумал: «Я прекрасен, я умен, я всемогущ, сколько у меня достоинств, пожалуй, я могу быть равным Богу». Эта мысль, родившись однажды в его сердце, стала расти и усиливаться. Увлеченный самомнением, он страшно возгордился, а возгордившись, сделался противником Бога. Потому что тот, кто больше всего любит самого себя, не может любить других. Так Деница стал дьяволом, сатаной. Он возненавидел Бога и увлек своим дурным примером третью часть всех ангелов. И они восстали на Творца. Тогда выступил против Деницы один из старших ангелов, архангел Михаил. Собрав всех верных Богу ангелов, он сказал: «Кто равен Богу? Никто не может быть равным Ему». И произошла на небе война. Вскоре сатана был повержен. Не устоял он против силы и правды архангела Михаила. С тех пор Господь поставил верного архангела начальником, архистратигом над всем небесным воинством. И назвал его Михаилом, что в переводе означает «подобный Богу». Вот так воинство архангела Михаила победило дьявола
и низвергло с неба предавших Бога ангелов. Знаете, ребята, а ведь может быть и наши с вами ангелы-хранители тоже участвовали в этом сражении, в этой великой битве добра со злом. Давайте же завтра, в день, когда Православная Церковь чествует всех святых ангелов, особо помолимся своему ангелу-хранителю и попросим его заступления и помощи во всяком добром деле. Ангеле Божий, хранителю мой святый, моли Бога о мне. До свидания, ребята. Всего вам доброго. Храни вас Господь молитвами святого архистратига Михаила и всех ангелов небесных.